Так, ну что, можно смело меня поздравить. Первый квест в этом замечательном, другого слова, наверное, не подбирается, дополнение засран в качестве звука, микрофона. Ну ладно. Надеюсь, завтра пришлют охрененный микрофон, который я выбрал за 5 минут. Ну, посмотрим по качеству звука. А следующий квест расколота неба. Ну-ка, подожди, когда Сильвана расколола шлем господства, его сила остановила на ней отпечаток. Понятно. Я ощущаю отголосок этой силы и знаю, когда она Ой-ой-ой-ой-ой. Чувак получил 100 приключений. Чек 100 приключений захерачил, я еще ни одного приключения не сделал. Посидим. Короче, проверните ритуал у ледяного трона, чтобы открыть разлом в утробу. Расколотое небо. Расколов шлем, Банши раскрыла зияющую рану в завесе между нашим миром и темными землями. Неся службу на ледяном троне, я видел смутные образы загробных миров. Среди них было место, окутанное непреодолимой тьмой. Не могу свернуть. Туда тебе и предстоит отправиться, чтобы спасти тех, кого забрала Сильвана. Вместе мы откроем путь. Так залагал, так должно быть. Разложи обломки шлема господства по кругу, чтобы начать ритуал. Снять первый осколок. Все надо догадываться. Куда идти, непонятно. Что с этим? Нет, так не идет больше. О, ткнуть. Когда этот шлем был на мне, я с трудом сдерживал его страшную силу. Иногда мне казалось, что он вот-вот одолеет меня. Я чувствовал присутствие какой-то темной сущности, но не Артаса и не Нерзула. То был кто-то другой. Он не Артас, он Нерзул. И теперь я ощущаю следы этой же силы за расколотым небом. Что дальше-то? Установить первый? Ну, давай еще раз. Разорвать. Еще замедлить ход, и уже не замедляет. Ну да, тут пока дойдешь. Знаете, второй осколок. Я не могу пойти с тобой. Даже теперь, когда шлем разрушен, я боюсь поддаться воле его истинного хозяина. Но нельзя закрывать глаза на эту угрозу. Ты отправишься туда, куда мне путь закрыт. Третий осколок. Тьма.
Тебя будет ждать множество опасностей. В одиночку с ними не справиться. А кого же вместе с тобой туда отправятся рыцари Черного Клинка. Рыцари Черного Дариан Клинка. Дариан Макгрейн вызвался тебе помогать. Понял. Мы не боимся смерти. Ни здесь, ни в других мирах. Мир по ту сторону завесы не предназначен для живых смертных. Попав туда, ты можешь уже не вернуться. Но другого пути нет. Блин, а у меня ж там смерть были пришла, какие-то. Чтобы поглотить Азерот. Твой долг — защитить наш мир. Время пришло. Возьми расколотый шлем. И мы откроем портал. Ой, ну что, товарищи, расколотое небо. Проход открыт. Твоя отвага не будет сомнена. Альдиэль Шаллах. Найди тех, кого похитили, и верни их домой. Спаси остальных. А я прикончу Банши. Тиранда, не делай этого. Тор или Сартеранау! Мы не можем потерять тебя там. Очень интересно. Я даже здесь что-то настроил так, чтобы... Обуздай свою ненависть! Ну что, расколотое небо завершено. Мы оказались, как говорится, на другом континенте. Хер знает где. Знаю где. Мы оказались у Близзардов за 2900. Ладно, это уже следующий квест. Да горько!